Здравствуйте. Для того, чтобы у нас получился ровный полукруг на ванну, мы применили алмазную коронку. А что из этого получится, мы сейчас увидим. После того, как мы проделали отверстие алмазной коронкой, мы разрезаем плитку в нужный нам размер. Отрезанные концы полируем, так как там нужно будет снять фаску. После чего с внутренней стороны плитки мы снимаем фаску, а также с наружной. Затем полируем. В последующем подкорректируем полукруг алмазной коронкой для точного размера. После чего приступаем к облицовке ванны. Для точной плоскости мы пользуемся системой выравнивания плитки. А также не забываем проверять плоскость лазерным уровнем. Далее собираем угол, фиксируя его малярной лентой.
Данный способ затирки нам позволяет с легкостью корректировать шов в труднодоступных местах. Большие прорези в этой губке нам позволяют хорошо снимать затирку в труднодоступных местах, и это радует. Всем пока, спасибо за внимание.